Добро пожаловать, снова Гарри Смот и хоррор-карта. Страшные карты, Гарри Смот. Да. Почему у тебя глаза в темноте светятся и так жутко выглядит, капец? Да нормально, чего ты? Жуткие глаза. Так, что мы имеем? Два латерна. Давай возьмем. Давай. Во, отлично. Никаких объяснений, никаких пояснений. О, дверь. Давай. Кто-то орет там. Я слышу, да-да-да. Надо ключ найти. Бери. Так, тут чисто. Вон решетка, смотри. О, вот сюда, наверное. Врата. А зажечь нельзя факела случайно, нет, с помощью вот этих лантернов? Нет, это же не факел. А, окей, окей, окей. Так, решетка. Так, смотри, давай разобьем. Давай, лампу, я первый попробую. Давай, 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 лампу бери с собой. Ай! Не, надо брось ее туда, брось туда ее, брось. Возьми, брось туда ее. И потом туда залезешь, возьмешь. Нормально? Тут кровище, Жень. Жесть. Сейчас я иду тоже. Лампу брошу, подожди. Во. Давай. Там все в кровище. Там все давай, в жести давай. Полной. Тебе голова провалится сквозь шахту лифта. Фу, шахту вентиляции. Окей-доки. Это что? В смысле? Ты куда пропал? Я не знаю. От тебя остался только фонарь. Я куда-то делся, подожди. Японский дрифт. Ты что мне теперь? Как я твой фонарь? Я не смогу твой фонарь взять с собой. Так не надо, у меня тут фонарь есть, я взял уже. Хорошо, я в какой-то большой вентиляционной шахте нахожусь. Наверное, мне я нужно найти тебя. Я спускаюсь по лестнице куда-то вниз. Я иду к тебе, постараюсь сейчас прийти. Такое впечатление, что я вечно куда-то спускаюсь. Тут чей-то труп. Ебаная мать. Труп лежал, его кто-то утащил. У меня погасла эта херня. Блять, я упал. Ёкало, я оказался в какой-то камере. Подожди. Слушай, я тут. Я где нашел тут? Свой фонарь. Я нашел свой фонарь. А я в какой-то камере, подожди, я ничего не понимаю, что происходит. Я в какой-то камере очутился вообще. Тут факел горит. А факел можно взять? Ай, блин! Что такое? Я помню. Что было? Что там было? Упало, короче. Полка упала на ящики, и какой-то шум был, как будто кого-то что-то это. Это я в начало, что ли, вылез? Не знаю, подожди сейчас. Ты куда-то полз или как? Я полз по шахте лифта. Фу, по шахте вентиляции. Полз. И я очутился вот... Там лежало тело, тело засосало, и я оказался в каком-то лабиринте из решеток. То есть я в какой-то тюрьме. Слушай, якобы. А я в какой-то комнате. Какие-то кнопки. Не нажимай-ка, ну. Я нажал уже. Зачем? Что-то где-то сработало. Слушай, тут комната, кровь, кровать стоит. Я тоже нахожусь в комнатах, где кровь. То есть явно какие-то камеры тюремные. Они запечатаны, замурованы кирпичом. Я вышел, смотрю. Блять! Ёпта! Господи, твою мать! Какая-то херня на меня напала! Бля. Я слышу, тебя убили. Сука. Нет, я живой. Ну, написано, что Брандит убил фаст-зомби. А, ты убил фаст-зомби. Я убил зомби. А откуда у тебя ломик? Бля, в смысле, у нас у всех ломик? У меня нет ломика. О, твою мать! Вот эти ублюдки с хит-крабами на головах. О, я вижу свет! Там кто-то пробежал. Чего ты руки мне растягиваешь, бля? Я пришел в какой-то дом. Я ключ нашел, я нашел ключ. Тут тоже есть ключ. Я взял ключ. Надо пароль вести. Нет, пароль мне не надо не вводить, я нашел ключ. И кактус нашел какой-то. Кактус и ключ. Какая-то санина лютая, а. Слушай, крутая карта, мне нравится. Да она капец страшная, ну в баню это. Сейчас я попробую до тебя дойти. Тут капец какой, я вообще... Я нашел ключ и... Тут еще один фонарь. Это ты, что ли? Может, это мой? Скорее всего. Куда мне? Что там за шуршание, блядь? Что-то шуршит. Что взрываешь? Я ничего не делал, нет. Что это было? Что ты, говорит, взрываешь? Я что-то взорвал. Я не взрыв. Я блуждаю по каким-то этим камерам тюремным. Во! Чего ты пугаешь опять, а? Там какая-то херня вылазит. Что ты все время меня пугаешь? Там какой-то ублюдок, сука, вылез. Я и так сижу на измене сейчас тут. Ты еще меня пугаешь. Сижу на измене. В темнице сырой. Да. Вскормленной неволей, мудак озорной. Тут куклы какие-то. Ладно. Столы, стулья, куклы. Так, мне нужно найти... Ай! У меня тоже какая-то херня бахнула. Блять. Я аж на стуле подпрыгнул. Ну, на такие карты. Найс. Хорошо, ладно. Найс тебе, вот тебе найс. Найс. Тут еще одна комната есть. Тут еще одна комнатушка. Ой, тут труп. Да ладно тебе, что ты... И он двигается, он мандражирует. Он не двигается, но он мандражирует.
Жень, может, ты пароль найдешь? Может, у тебя где-то? Да, вот? Да, Женя сейчас пароль найдет, конечно. Ой! Ебана мать! Так, ящики я разбил. В этой комнате чисто. Блин, я пришел в начало, я пришел в начало. Ты где? А, идешь по вентиляции? Иду. Там ты выйдешь. Тогда куда? В какую сторону? Вправо, влево, куда? Прямо? Блин, сейчас посмотрим, где это было. Вот, я тебе подсвечу. Я в вентиляции, что ты мне подсветишь? Я вышел в вентиляцию тоже. Ну, вот фонарь. Вот фонарь. Фу, вот ты я. Меня напугал. Хорошо, вижу. Иду. Там просто еще была развилка сейчас в вентиляции. Сейчас посмотрим. Смотри, тут ключ надо найти. Вот я же вот нашел ключ. Я нашел ключ. Сейчас тебе дам ключ. Смотри, все не просто. Не ключ, точнее, а вон, видишь, запечатка. Вот эти ящики разбить надо. Меня-то зачем бить? Случайно, ты же пробежал. Я же вот нашел. Сейчас я ключ вставлю. Че ты? Там пароль. А-а-а. Вот, ну, пошли куча дальше. Комнат. Пошли дальше. Здесь куча комнат, надо заходить в каждую и смотреть. Давай, может, давай, 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 заходи, еще заходи. Я уже был, в них уже поорал. Хорошо. Так, может, это сдвигается, нет? Пошли тогда дальше. Осматривайся, Жень. Осматриваю, естественно, осматриваюсь. Как не осматриваться, давай. Ну, я смотрю, ты здесь все. А шкатулки ты открывал, ты пробовал, нет? Нет, не пробовал. Хорошо. Так, тут кровати. Понимаешь, оно может быть написано где угодно. В микроволновке не может быть ключа? Ой, в телевизоре. Не знаю, открывай. Нет, не работает, телевизор был. На потолке, на стенах. Пароль, именно пароль нужен, да? Да. Блядь. А вот сюда ты заходил, где кровище? А, мы сюда только что были. Так, здесь замуровано. Этих двоих я убил, там кровище. Вот эту тумбу ты отодвигал? Нет. Двигается? Я сомневаюсь, что там что-то есть. Хотя... Ну, знаешь ли. Тогда, если тут все пусто, вентиляция... Не забуду. Вентиляция остается тогда. Угу, нам нужно... В ванной тоже все чисто, да? Да, чисто. Вот сюда заходил-то, нет? Что за комната? А что там зеленым горит? Что там... Это окошко, экранчик горит. Пошли, короче, вентиляцию тогда, я не знаю. Мы здесь все посмотрели, ты посмотрел, значит, нужно идти обратно в вентиляцию. Потому что там развилка была, пойдем. Там развилка, наверное, где я упал. Нет, там уже... Знаешь, морфировалось все уже. Понятно. Там все разморфировано, теперь фиг поймешь, куда бежать. Тут развилки кругом. Смотри, вот мы влезли оттуда. Есть сюда ход, а есть туда ход. Выбирай. Налево давай. Давай, шагай. Жесть какая-то. Тихо, спокойно. Ты спокойно. Опять упал, я пошел куда-то дальше, окей. Я в какой-то херне опять. Где, в тюрьме, как я? Я не знаю, что это. Все металлическое, стрёмное. Нет, я был в тюрьме. Хорошо. Ползу дальше, во тьму, куда-то я не хочу. Почему мы играем раздельно? Вдвоем не так страшно хотя бы, но здесь полный абзац. Я в каких-то... Тут реальная дичь. Появляются какие-то монстры стрёмные. Притом не просто такие левые скримеры. О, пароль вижу. Пока не вводи, сейчас я попробую. 6291. 6291. 6291. 6291. Здесь головы валяются, какие-то черепа. Жесть какая-то. Ты вообще в другом месте каком-то оказался. 6291. Я себя заговариваю, чтобы не пугаться. 6, потому что 2, я сейчас 9. Обязательно куда-то провалюсь. Это 100%. Я взвизгну и сейчас подпрыгну на стуле. Инфа соточная. 6291. Выбираешься? 6, 2, давай. Я жду тебя там. Где? Пытаюсь выбраться. Давай. Блин, 6291. Тут реально карта. Да запомним, не переживай. Хорошо, 6291. И что? Я пришел, здесь ничего нет. В чем прикол? Значит, что-то не нашел. Что-то я пропустил, значит. Я хожу туда-сюда, комната все меньше. Че за бред? Ладно. Значит, так надо. О, какая-то огромная дырка, слышишь? Видал. Че такое? Я падаю. Сейчас ты упадешь. Shotgun has been unlocked. Shotgun дали. 6, 2, о, я в начале, подожди, сейчас я к тебе приду. Я в начале самой игры. Давай, ползи. Я в шахте. Свет. Ползи туда, заползай. Постучи и налево. Поэтому. Влево. Давай, сейчас постучу. По-моему, ты влево, мухи. Влево, я же говорю, влево ползи. Ты где-то надо мной вообще. Не может такого быть, я сейчас к тебе ползу, давай. Фонарем подсвечу. Вернись обратно, фонарь. Вернись. Ладно. Хорошо. Я тебя слышу, давай, вот стучу тебе. А, вот я тут, смотри. Вот я. Давай, ползи обратно.
А что туда зачем? Так там же пароль, кодовая дверь. Нам же нужно пароль открыть, блин, конечно. Потому что тут я же говорю, здесь развилки появляются. Они такое ощущение, что генерируются. То есть, ну, прошли какую-то определенную там ступень. Бац, новые. 6291. Фонарь выбрасывает, ты что там? А зачем? Тут светло. Не понимаю. Что, вводим? Давай, давай. Вводи. Бери. Есть, взяли. А подожди, а что у нас закрыто было? Что-то я не помню. Дальше по этому надо, по вентиляции ползти. Ну, давай. Это 100% дальше по вентиляции, потому что, ну... Ну, бери. Бери, бери. Ты на него что просто не сел, ты на него сел. А. Вот, давай, бери. А эту кнопку ты не нажимал случайно, вот эту красную сейчас? Нажимал, нажми еще раз. Ничего не срабатывает, все, это, видимо, одноразовая кнопка. Она срабатывала у меня. Ну, все, теперь уже нет. Так. Снова влево. По-моему, там до развилки надо дойти, и там уже смотреть будем. Я же говорю. Мы шли налево, я там пропал, когда мы пошли налево. А ты значит, куда шел, туда, направо? Значит, да, направо. Нет, я же шел за тобой, зачем? Я не ходил направо еще, давай пошли направо. Вот, а я здесь упал, я был, отсюда. я здесь был. Я тоже здесь был. Так. А, что? Дверь-то, ключ-то находится там, где мы вначале были. Пошли, 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 там же дверь закрытая была. Там было еще написано, возьми типа ключ. Бери свой фонарь. Да, я думаю, одним хватит. Ну ладно. Ну нафиг, возьми фонарь, уж лишний ну, раз от греха подальше. Пошли выбираться обратно, это нам туда ползти тогда. Думаешь? Да нет, я помню. Вот сюда. И сейчас будет начало. Подожди, подожди, пожалуйста. Давай, давай. Видно? Вот. Сначала появляется фонарь, потом ты. Хорошо. Шотган. Так, тут было, да, точно дверь. У меня шотган есть, кстати, 6 патронов шотгана. Во! У тебя шотган есть? Тогда иди первый. Ты тоже можешь листать шотган, у тебя давай тоже он есть. Давай кинем, проверим. Он у тебя тоже есть. Твою мать. Вот, я вот этого и очканул. У меня еще эта хрень упала на ящик, ящик. Тихо, что это было? Вон, скотина вылезла, смотри. Еще одна такая же. Вижу. Сдохните, твари. Еще ползут. Ползут, ползут. Все, патронов, все, патронов нет. Ломик, ломик, ломик. Ломик, ломик, ломик. Ай, хоть краб, пацаны, блядь. Хотя тебе толку от девианта нет. Все, убил сразу же с ломика. Где мой фонарь? Фу. Бля, какая херня стрёмная. Угу. И что туда решил так, бежать? Тут куча, тут двери, сторич. Закрыто изнутри. Кто-то где-то пищит, он где-то орёт. Он идет сюда, подожди. Вот так делает. Я подсвечу, ты бросай эти же фонари туда, чтобы видно было. Угу. Он там, получается? Нету. Бля, как же стрёмная. Вон он там точно. Блин, по-моему, кайфовая карта. Да значит. Вообще. Вот это надо подсветить прям место. Прям как надо. Что там? О! Бля! Нихера себе, блядь. Это было интересно. Надо подсветить место. Да, я думал, там что-то это. Мой фонарь... А, ты далеко забрал. Вот это что за поворот? Давай сюда пойдем первым делом. Давай. Хорошая тактика бросать фонари. А чего? Не, ну в принципе, да. Выход там написано. Там написано выход. Сомнительный выход. Но мы пропустили, там еще комнаты были. Вот да. Тут, например. Мне кажется, нас так просто не выпустят, подожди. Ну да. Ну конечно, 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 ага. Электричество нужно подать, видишь, пишет. Нужно подать электричество. Вот эта штука открывается? Нет. Да. Давай. Там проверял, да. Блин, как же тут темно. Угу. Дальше идем. Там красным горит, смотри, что-то. Вот сюда так, зайти. Тут я был, по-моему, открыто. Что это? А нет, не был, там револьвер. Я взял волыну. И все? Да, это какая-то психушка, смотри, там стены мягкие. Это просто записывали, наверное. Камера летсплейщика. Звук не отражался, чтобы не было там отражения. Камера летсплейщика, 100%. Камера летсплейщика, да, это. Открывается. Да? Давай я закину, подожди. Это смотри, это стрим-площадка. Здесь много таких камер. Для мягких стримов, да? Да, для мягких стримов все. Чтобы звук был мягкий, бархатистый, понимаешь? Соответственно, должна быть камера специальная. Ладно. Закрыто. I need to find key. Видишь, key нужно опять найти. Подожди, а давай я сюда не заходил еще нормально. Ну, зайди, там ничего не... Ну, запиши летсплей пока дам, давай. Я тебя подожду. Это и соседи не трогают. Да. И звук не отражается. Слушай, идеально. Идеальное место, надо взять на заметку. Сюда заходил. А эту дверь ты проверял? Все проверяли. Пошли дальше. Так, ну ладно. Красный фонарь.
Мы вроде не в Амстнер... Бля, что это? Че? В смысле? Какого хера оно сработало? Твою дивизию. Блядь. Возьми свой фонарь. Беру. Все, давай, пошли. Разве это решетка? Да, она была заперта, по-моему. Не знаю. Ты была же закрыта. Ты бежишь? Нет. В смысле нет? Я куда бегу? Я просто иду. Бежишь. Вот, а это фонарь. Не надо пугать лишний раз. Ты же прибежал, по-моему. И так сыкотно. Нормально. Столовая. Я аж пересохла, блядь, во рту. Да, она страшная капец. Да и забрасываем. Так крипово сделано, что просто Алис, ну. Здесь так, пусто. Чисто. Давай, чисто. Ага. В любом случае, надо будет... Вон ключ, походу. Хорошо, давай, заходи. Все, я взял. Женек, давай лучше здесь. Твою мать. Бля. Тихо. Что за... Там кто-то орёт прям. Надо кинуть туда этот. Дверь закрыта, чего кидать-то? Не знаю. Сейчас откроет, наверное. Бля. У меня кроме ломика ничего больше нет. Ну открывай, чего? Ладно. А звук-то громче и громче. Мне кажется, где-то слева в наушниках. Да. Блять, как же стрёмно сюда выходить. Смотри, там вообще ни хера не видно. Так. По-моему, там где-то сидит. Там пусто. Давай я брошу. Зачем ты стреляешь? Я не стрелял, я бросил. В смысле? То он так бросает. Нету. Ловко. Так, ключ мы взяли. Главное теперь только вернуться, и все. А какая дверь была закрыта? А, это была закрыта камера летсплейщика. Туда надо идти. Последняя комната летсплейщика. Давай. Фу, какая карта хорошая. Хорошая. Вот сюда мы пошли, да? Да. Последняя комната летсплейщика. Вот она. Открывай. Бросай. Опа. Тут какие-то... Это морг. Твою мать. Это не морг, это топовая комната летсплейщика. Смотри, какое кресло. X-Racer. Ладно, хорошо. DC-Racer, X-Racer. Ты что, это же специально. Это... Что это, блядь, за звук? Ей! Что смешного? Блин, я панический смех. Я понимаю. Блин, так, давай слева начнем, наверное. Видишь, это топовая комната, выход на топовый уровень уже. Это топовые блогеры здесь записывают. Это в тренды, да, еще скажи? Это путь в тренды, да. Тут открытая, там открытая дверь. Это не я ее открыл. Угу. Пошли, Женька, сюда. Здесь не открывается, значит, я беру свой фонарь. Что упало? Что упало? Мусор. Вот крыша упала только что. Вот этот хер выпал. Он не встанет? Давай-ка я его шибану на всякий случай. Давай. Все. Блин, это пока мне больше всех карт нравится. Да. Она какая-то прям совсем точная. О, везде дверь открывается. Это хостел для летсплейщиков, понимаешь? Хостел для летсплейщиков. Там шахта. Шахта. Ну, оставь ее здесь тогда. Не трогай шахту. Давай, пошли дальше. Вот здесь открывается, нет? Нет. А вот эта соседняя дверь, подожди. Закрыто. Давай сюда зайдем сперва, давай в первую дверь. Так. Чисто. Ой. Тихо. Ты уже от паники начинаешь долбиться. Ну я да? просто нет, проверяю все варианты. Пошли в шахту тогда, чё? А так другие двери посмотреть, нет? А другие двери, мы же все открыли, куда нам еще дальше не надо? Там все заперто. Ага. Чё, иду? Давай. Окей. Учти, у меня 10 патронов только. У меня ничего, у меня 47 здоровья и лом. Япона. Понятно. О! Инструменты взял. Тулбокс. Ящик с инструментами. А что у нас было закрыто на инструменты? Вообще ничего. Я что-то не помню. На инструменты было ничего не... Так, это мы отстреливали. Все, без паники, этих спокойствие. Этих ребят мы отстреливали. Подожди, а где же были инструменты нужны? Я что-то не помню. Надо пробежаться. А... Это было открыто? А здесь что? А, это начало игры, смотри. Да-да-да, а здесь что? Мы вышли в начало. Назад возвращайся. Вот, да, вот это что? Вот это что? Это проход. Куда? Туда. А, вот смотри, дверь, смотри. Вот. Здесь нужно инструментами что-то починить, наверное, я думаю. Давай я попробую починить. Давай. Да. Ух ты! Фонарь, подожди, я брошу фонарь. Давай. Япона, мать!
Что-то вообще печалька, по-моему, нет? Это какой-то SCP-лестница. Ни хера себе, бля. Ой, да хватит тратить патроны. Он случайно выстреливает. Странно. Может, это двойной клик у тебя? Дабл-клик стоит какой-нибудь? Нет, только мышка новая. Ну, тогда не знаю. Find three cans of fuel. Ну, начинается. Канистры найди. Так, три канистры бензо. Сейчас найдем. Не, конечно, найдем. Я, по-моему, видел тут бензин. Нет, не было? Не мог ты здесь. В прошлой карте был, позапрошлой, позапоза. Прямо здесь, в этой локации надо именно? Или бежать куда-то? Тут, где-то вот в этой локации, да. Ну, явно бежать больше некуда. Но... Бля, опять эти блоки. Здесь пусто. Дорогие. Давай вот здесь поищем. Давай. Пусто. Какой-то шкаф. Ой! Сука. Ой. Нервные смешки начались. Все. Дальше кроет. Ты наш воду пьешь от того, что пересохло. Я аж водички, там же вообще дичь какая-то. Нервные смешки. А здесь что? Смотри, какая-то... Что там такое? Дверь какая-то не открывается. Глаза, может, туда свои вставить надо? Мои эти самые девиантные глаза ты... Нет, ты давай побежали вправо. Давай сначала параллельные комнаты, потом прямо побежим. Я уже прямо. Больше... Ну, конечно, красава, бро. Сука. Я же говорю, побежали в другую сторону. Спасибо. Еще и меня убил. Молодец. Вообще четко. Бля, патроны. Патроны. Я снова в начале. Спасибо. Бля. Топово. Я не вижу ничего. Конечно. Твою мать. Ну давай, бей как-нибудь их там. Чем? Не знаю, ломиком. У тебя ломик есть. А, точно. Самое главное же меня убить надо было, да. Вернись, они убегают от меня. Это ж первостепенное. Я случайно. Ага. Блядь, мне 2 хп. Блять, убили! Нажимай кнопку, нажимай. Я в этих шахтах лазю, чё. Кнопку нажимай. Подожди, так тут выход же был прямо. Какие шахты? Зачем? Мы же открыли проход. Я запутался. Сейчас иду обратно. Это все нервы. Я тебе очень ловко. Да. Возвращайся обратно, не иди туда. Ну не иду уж теперь-то, конечно. Возвращайся, не иди туда. Блядь. Ладно, жду тебя тут. Я понимаю. Фонариков нет, извините. Фонариков нет. Куда бежать, скажи мне. Ну смотри, мы бежали прямо, а там как бог даст. Хорошо. Как получится. Если сейчас что-нибудь выскочит, я не знаю, так, ну и шагай, что. Хорошо видно, да? Я по лампочке ориентируюсь. Может, гамму немножко подкрутить, слушай. А ты что-то увидишь, если гамму? Давай попробуем. Попробуй. Может, ты хоть очертания увидишь в жизни. Ничего не видно, это Half-Life. Здесь очень грамотно сделано. Если кромешная тьма, то кромешная тьма, уж извините. Да. Ну все. Смотри, давай. Вот я беру этот фонарик, вон второй. А мой фонарь там валяется где-то, да. Угу. Вот меня здесь возьму. Убили. То есть пока сюда дошли, это херово пойми, да, сколько времени ушло. Это капец какой-то, во тьме-то шарится. О! Значит, мы ищем три канистры. Что это такое? Три канистры с топливом нам нужно найти хотя бы. Фонарики терять вообще опасная тема здесь. Оружия нет. А, это красная фигня, мы же здесь были. Да, значит, они напали, когда мы вернулись с развилки, получается. Нет, ты пошел, я же тебе говорю, пошли вот в эту заднюю сторону, ты побежал вперед, и они выскочили, соответственно, все. Хряпнули, так. Вот куда ты бежал, откуда они были, получается? Вот сюда надо бежать? Давай налево. Да, здесь тоже такая же кнопка, смотри, тоже, не то. Да. Значит, вот сюда надо бежать, вот сюда, да-да-да, влево, влево, влево. И здесь такая же фигня. Ага. А инструментами не чинится? А я вот нажимаю, ничего не происходит. Значит, делаем выводы. Так, давай здесь пошаримся. Все-таки поломаем вот эти ящики. Бензинчика нет, да? Три канистры. А вот какая-то решетка. И там лестница, смотри. Вижу, но она не открывается. Ну да, да, да. Блин. А здесь что? Ага. А вот что за, смотри, ящики. Давай вот это побросаем. А вот это что за дверь? Вопрос, а это что? А это что? А, это колонна. Это сюда бензин же надо? Да-да-да-да-да-да. Так мы сюда и пришли. Обратно. И где его искать, этот бенз? Давай еще раз пробежимся, потому что у меня такое ощущение, что мы куда-то не туда пошли в одно место явно. Так, а это что? Женя, меня немножко пугает твой вопрос. Мы только что здесь были. Точно?
Мы только что здесь минут назад пробегали. 4 закрытых площади. Ты пошел прямо, на тебя напали отсюда, а не пачками, да? Да. А тут что такое красным горит? Понятно. Угу. Тут ничего нет, получается. Как это? А там что тогда дальше, смотри? Тоже дверь вот эта? Ту ее. О! Так они открываются же. А вот это открывается, те не... Не открывались. Я думаю, что вон канистр стоит, можешь... канистр стоит. Ой-ой. Бля. Сейчас вылезет, смотри. Жди. Так шотган есть, что? Шотган же есть, шотган есть. Здорово, ублюдок. А, ну да. Звук удара вырубается. Ломик быстрее, да, ломиком быстрее, явно. Так, это какая-то комната испытаний, что ли, темница, смотри. Я взял одно топливо. Ага. Ой, ой. Я думаю, что вот тоже, смотри. О! Оно все открыто, так все комнаты открыты. Нет, те не открывались, я тыкал, те не открывались. Капец, тут страшно. В какую сторону идем? Влево, вправо, давай. Вот здесь дверь. Давай. Фонарь, главное, бросил. Капец какой-то, а. Я уже понял, что лучше просто молчать, блядь. Тут какая-то большая комната, подожди. Чтоб себя не давить, имеется в виду. 5 переходы, проходы, блядь. Во, вторая канистра. Бери, бери. Ай! О, сейчас вылезут. Бегут. Тихо, 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 что-то их много, блядь. Давай. Давай. Падайте, суки, блядь. В итоге я 3, ты одного. Не, да? А, да, хорошо, да, хорошо, да, хорошо. Так. Значит, последнюю канистру, а потом надо искать путь назад. Третью канистру нужно найти, да, и все. 3 шага назад. Еще одна дверь. Открывай. Все открывают, смотри. Те не открывались. А это мы выйдем в проход, все, все, все. Вот видишь, они с другой стороны открываются. Все, все, все. Нам осталось пойти теперь вправо. Ух. Да, там еще был проход. Да. Классная карта, слушай. Одна из лучших, наверное. Ну, и Runaway еще, ладно, ладно. Там можно сказать, да, она крутая. Runaway, да. Как тут? Ничего. Тупичок. Чокнулись фонарями, пошли дальше. Ты тут смотрел? Где? Да, это же колонна. Были мы обратно. А, теперь в правую сторону идти. Тьфу, ёкало мне. Теперь вправо. Мы были влево ходили. Соответственно, идем теперь. Идем мы туда, пожалуй. Так мы возвращаемся обратно. Давай, 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 пошли. Ну, пути другого нет, значит, надо попробовать теперь открыть другую дверь. Мне кажется, теперь разблокируется. Мы же там кнопку нажали. Да, только одной, там таких 3 было, или 4 даже. Да-да-да. Так, теперь мы бежим. Давай вправо. Давай сюда. Давай влево, хорошо. Нажимай. Вот. Вот, теперь открывается, а тогда они не открывают. Бля. Что-то стрёмно здесь, по-моему. Проходи, что стал? Пройди. Мне кажется, он встанет просто. О, смотри, 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 скелеты какие-то. Смотри. Это экспонаты. Здесь зомби, смотри. Экспонаты. Здесь без ног, ой, без тела. Это показано, как стримы довели людей, да? У кого что осталось? Известные летсплейщики, это, знаешь, смотри, мемориал. Смотри. А это что за решетка? Смотри, какие-то предметы вставлять типа надо. О, это весело. Ну пошли в другую сторону теперь. Раз здесь ничего мы сделать не можем, пошли в другую. Да давай поизучаем немножко. А что тут изучать? Здесь ничего нет. Да есть все. Ты просто не заметил. А что ты бьешь, зачем? А потому что у них лежат нужные нам вещи. Серьезно? Да. А, вот эти квадратики всякие в писюльке. Подсвети, пожалуйста, кинь подсветку. Сейчас. Сюда положи возле. Слушай, точно, я что-то не посмотрел на эти. Я ну, смотрю. Вот, я же говорю, что ты спешишь все время. Не спешу, а просто я думаю, ну какая-то хрень. Я прям под ноги положил. Ну, ёпт твою ж налево, а. Как ты вставил так хорошо? Молча. Молча. Так. Давай по очереди, если ты отойдешь, я вставлю. Давай, да, я брошу все сам вставляю. Блять, под ноги бросил. Ну, можно, я наоборот, к стенке бросил, не под ноги, ты же стоишь. Оно под ногами у меня прям. Странно, вроде сбоку бросал. Ладно. Вот еще один предмет. Вон оно. Даю. Получается? Пытаюсь. Фу. Вижу, там вставилось, но, блядь, нет, не вставилось. Зачем так мне сделали? Кажется, проще ЕГЭ, блядь, сдать, наверное. Вставил? Нет.
Ты вставил? Ставил. Так. Вроде смотри, да. Смотри, ромбик он я тебе бросил, ромб ставь. Во, загнал. Вот это осталась шляпа, да. Он самый сложный. Я пытался снизу, что-то не вышло. Понятно. Проще ЕГЭ сдать. Залетело. Не до конца. А, открылось, открылось. Все, бери фонарь. Что, открылось? Ну вот дверь. А, вот эта дверь. Вот здесь же дверь была. Ёп. Что это, блядь, такое? Что за серверная? Смотри, это комната серверная Ютуба, смотри. Давай накрутим просмотры. Так сразу лучше в тренды просмотры сами. Да, точно. Зачем крутить? Давай, ну. Там с другой стороны еще проход был. Нет. Да. Это тупичок. Точно. Серверный. Ты сейчас скажешь стримерская, да? Стримерская. Ой, ё. О, блядь. Это, там сидит этот, чё вырвал? Он встал. Да, он без головы, поэтому он не видит, что делать надо. Вот канистр третий. Все. Тюрн он генератор. А теперь надо возвращаться к генератору. Mm-hmm. Это самое неловкое. Не, ну тут самое несложно, но просто мне кажется, что сейчас кто-нибудь повстает где-нибудь. Это ты шумишь? Да. Хорошо. Ой, ёк, перекрещивание опять этих фонарей. Так, подожди, вон, вот здесь, сюда, где кирпич, да. Где кирпич? Здесь? Нет. Да. А, да, точно. Вах. Так, где-то здесь серверная была, там дальше. Вот же стоит генератор. Запускай. Наконец-то. О, свет, боже, неужели? Я все равно фонарь возьму, я все равно возьму фонарь. Хорошо. Что дальше? Так, наверх давай. Да, свет там же дверь какая-то дали? Была, дверь какая-то была, да? Угу. Так, готово. Все, тут можно без света уже. Вот это, по-моему, заперто было, нет? Да, это заперто. А, там подожди, комната охранника же была, туда надо бежать. Где была комната охранника, помнишь? А, там было написано, типа, да, нужен клюв. Да, 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 вот сюда, наверное. Вот металл. Здесь, скорее всего, да, вот здесь после. Вот. Да, 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 вот, 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 вот ага. Открывай. Думаешь, я? Ну, вот это значит. Значит, выход. Да. Да ладно, выход, что ли? Блять! В смысле? О, закрывай, закрывай нахер! Бей, 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 просто бей. Фиг с ним орут они. Блять, как они напугали. Черепа опять какие-то лежат. Йок, статуи какие-то. Что, бля, они сверху падают? Да. Хера? У меня 32 хп. Русская мать. И смотри, чего? Здесь какой-то ход. Зачем ты черепа складываешь туда? Слышал? Да. Походу, надо их складывать туда. Давай. Я эти черепа уже видел. Вот валяется, вот на стуле лежит череп. Я их уже видел, этот череп. Давай-давай, вынеси его оттуда, там еще лежит один. Вот еще. Это они смеются, что ли, или что они делают? Хер его знает. Нам ничего не говорили про то, что собирать черепа надо. Не говорили. Но... А зачем ты... Я их уже видел просто, я не знаю. Не, я помнил, что... Я помню, что ты говорил. А ну кинь сюда свет, кидай сюда. Вот, вот череп. Второй принеси свой фонарь. О, открылось? Да, да. Смотри, ой, врата открываются. Это стены, даже не врата. Фига. Фух, вот эта карта. О, машина, о, машина. Запарган, что ли? Ну, вот сейчас поедем, а. Фига себе, блин, карточка. Вот, классно. Немтилия. Немтайли. Немтили, да. Thank you for playing. Спасибо. Блин, классная карта. Вообще, вот эта вещь, вот это была вещь. Вот эта карточка прям топчик, да. Сколько высада было, это капец. Если вам нравится, ставьте лайкосики. Подписывайтесь. Да. Больше интересных. Если знаете хорошие классные карты, все. Пишите название, комменты, да. Комменты добавляйте куда-нибудь, что-нибудь. Обязательно это дело поиграем. Да. Ой, все, пока-пока. Пока.